Приветствую вас, мои друзья-рыболовы, в очередной зимний денек. Как вы видите, я вновь на рыбалке, и на рыбалке необычной карповой у Виталия в Удомле. На самом деле мы продолжаем ловить трофейного карпа. У нас есть желание, конечно, взять и амура, но, как говорится, рыбалка наука не точная, поэтому всегда есть такой момент, что мы не можем на 100% ничего прогарантировать. Мы, в конце концов, не экстрасенсы, мы не люди, которые там с другой планеты. Мы люди просто с хорошими, добрыми желаниями поймать большую рыбу, но мы понимаем, что есть ряд факторов. Вот, например, один из которых – это резкое похолодание. Столбик термометра, например, сегодня ночью упал до минус 15 градусов, а сейчас у воды при влажности реальная десятка, то есть минус 10. Поэтому увидите, я переоделся мой друг Виталий Сиротин. И, собственно, сейчас мы 10 минут назад забросили наши снасти и находимся в состоянии ожидания. Ну что, Виталий, процесс продолжается? Процесс продолжается. Слушай, я хочу задать тебе вопрос. Вот такое резкое похолодание, да, такая вот ощутимая смена погоды, она вообще на что влияет? На отсутствие клева она прежде всего влияет. Но учитывая то, что место предварительно кормилось, мы можем рассчитывать на что-то такое серьезное. А что мы сделаем? Мы сейчас закормились, да, положили палки. Из подхода надеемся что-то снять. Мы идем ва-банк. Что такое из подхода? Потому что ты часто используешь эту фразу, я-то, в принципе, ее понимаю, а наши телезрители, наверное, бы хотели бы узнать, что значит ловить с подхода вообще. Потому что эта терминология у тебя используется не только... Повсеместно, да. Ну, с подхода это значит ниже точки закорма, по течению. Ну, мы сидим на течении, и корм размывается течением, рыба снизу подходит. И если ловить ниже корма, там, ниже, вот, например, человек кормит, ты ниже него сидишь, у тебя будет клевать, а у него нет. Вот мы с подхода палки расставили и ждем теперь, когда у нас рыба первая, которая будет подходить голодная, клюнет, а дальше наест и прекратит. Ну, а дальше после похолодания пройдет несколько дней, все стабилизируется, опять начнется клев. Ну, на самом деле, Виталий, например, считает, что в таком водоеме, да, где все-таки более-менее теплая температура, но, наверное, сегодня тоже скинулось там пару градусов, наверное, все равно нужно продолжать кормить, все равно нужно продолжать ставить в точку лова какие-то кормовые частицы, потому что если их не ставить вообще, рыба вообще уйдет. Приглашать надо, да. Я вчера, например, добренько так пригласил бойлами от Лукабейтс. Сейчас пока первый заброс мы сделали на традиционную насадку, но Виталий вчера сделал несколько секретных тоже стаканчиков его фирменных, в которых был дип-компот, который, как я понял, там разъел пенку, да? Да-да-да, пенка. Теперь у нас компот, это тонущая насадка. Агрессивная среда, ну, вот этого дипа, я понял, что там есть какая-то такая зверская аминокислота, которая разъедает пластик, мне предупреждали, поэтому она продается, этот дип в стеклянной таре, и вот мы вчера это на кое-каком элементе в насадке это обнаружили. Еще вопрос тебе такой, вот как бы ты сейчас предложил нам действовать тактически, как часто перезабрасываться, как, естественно, надо сейчас, наверное, как себя особенно вести, потому что рыба, наверное, сейчас в состоянии такого резкого эмоционального такого от этих перемен. Вообще, как она себя ведет? Нет, ты правильно, кстати, подметил. У рыбы сейчас ступор. Она сейчас более осторожна. У нее нет такой потребности в питании. Падает, конечно, конкуренция между рыб. Ну и, соответственно, она просто осторожней. И элементарное там добавление шума, которое вчера она нам прощала, скажем, позавчера, сегодня она просто не простит. Она будет трогать насадки, но при этом максимум будут пики, да? Поэтому, да, соблюдение тишины – это первое, что нужно нам в данный момент. Ну а дальше, как и предполагалось, вот мы с подхода попробуем 4 палки. А дальше переставимся на амуру, но уже без прикормки. Он точку посещает, кормовую, так и так. Ну и будем рассчитывать, что он, может быть, потеряв бдительность в определенный момент, так сказать, сдобрит нам фотосессии своим присутствием. Ну, на самом деле, несмотря на вот эти все катаклизмы, несмотря на вот такой вот небольшой дискомфорт, потому что все-таки на карповой рыбалке не как на фидерной зимой,
есть некоторые нюансы. Например, мы сегодня обнаружили такой момент, что наши сигнализаторы, например, ролики в них магнитные залипли. Соответственно, пластиковые элементы, которые есть на свингерах и на задниках, они тоже сразу же закостенели, да, сразу задубенели. А с пластиком на морозе, то ой-ой-ой, как надо аккуратно обращаться, его можно же и все это дело разломать. То есть в этом есть тоже какие-то такие очень необычные ощущения. Ну, я тебе могу сказать, что благодаря вот этой базе, где мы с тобой все-таки отдыхаем, приходим в себя, сушимся и набираемся силы, нормально как бы кушаем, у нас мы приезжаем сюда такие преисполненные надежды, позитива, выспатые такие крепкие. А если бы мы здесь с тобой, наверное, ночевали в машине, мы с тобой были бы как... Экономили тепло. Бледные суслики в состоянии таком амебном, немножко злом. Потому что я, наверное, здесь ночью бы, наверное, прям покойничком стал, если бы здесь остался ночевать. Обнимали бы обогреватель, да? Делили бы. Ну, то есть это я вам говорю к тому, ребята, что если вы решитесь сюда приехать все-таки зимой, то здесь есть хорошая база, то есть ее тоже можно арендовать за определенные деньги, и там комфортабельные кровати, там телевизор, там вообще много места, и помыться можно, и себя в порядок привести, 3G ловит, ну то есть все нормально, цивилизованная жизнь, как в гостинице крутой. Все, что нужно, да, да. Там жизнь дружна. Хорошо, ну смотрите, уважаемые друзья, я сейчас, начиная со второго завоза, со второго заброса, как только это даст добро мне Виталий, начинаю пробовать на одной из удочек бойла и лкобейт в качестве насадки. Я думаю, что сегодня я буду упираться в фрукты, буду сегодня опять же пробовать компот, буду пробовать ставить какие-то нейтральные комбинации, потому что все-таки на бойлы и лкобейт пока ни одного карпа я не поймал здесь, но были пойманы лещи и караси, и это тоже уже говорит... Ну, о многом. А какая заинтересованность рыбы, да? Ты вот, например, говорил мне в прошлый раз, что здесь вообще на белые, как бы, верхушки плавающих бойлов рыба, ну, не отзывается. И вот, видишь, караси и карпы, ой, не, караси и лещи на это дело все-таки клюнули. Не так, конечно. Агрессивные цвета дикая рыба воспринимает, да, как-то не очень. А, ну, видать, что-то позволяет... Простите, мы опять же, у нас никаких таких жестких амбиций нет там. Вот, ну, клюнет, не клюнет, в конце концов, карп. Но просто я хочу попробовать. Виталий мне вчера разрешил кормануться бойлами. Ну, я грех сегодня не попробовать на них половить. Ну, будем продолжать, будем верить, надеяться на хорошую поклевку. Реализуем ее или нет, не знаем. Но отлично проводим время на замечательном водоеме. С хорошим товарищем, за хорошей беседой. Все вообще проходит очень замечательно. Так что, друзья, не лишайте себя возможности ездить на такой вид рыбалки. Виталий всегда готов пригласить вас, если вы захотите. Ну, вот я лично вот вам рекомендую. Очень круто и очень необычно. Вот. Ну что, начинаем бойловую движуху. Мой любимый бойл-компот. Он любим мне и по цвету, и по запаху, и на эту ароматику. Я ловил здесь отменных карасей и карпиков. Так, пару месяцев назад здесь у Виталика. Я искренне верю, что эта штука сработает. Но если даже не сработает, зато вкусного запаха будет в атмосфере, хоть отбавляй. И это для меня сейчас высший балдеж.
Ну что, в двух словах о своих удочках любимых. Ну, сегодня, как и, собственно, наверное, последние 4 года назад, я ловлю своими любимыми речными палками от проложек компании. Называются они Fast Water. Имеют они длину 13 футов и тест 4 ЛБ. Но это реально неубиваемые агрегаты. Ими можно запросто забрасывать груза до 300 граммов. Ну, конечно, будут ограничения по дистанциям. Сразу же там метров до 80. Но так палка очень такая путевая. То есть я ей люблю чаще всего ловить именно на реке сазанов. Что касается катушек, ну, я обновил свой парк катушек только в середине прошлого года. И благодаря моему товарищу Арсению Демину, который работает продавцом магазине Carp Tackle и сейчас на моем официальном сайте Фадеев Фишинг отвечает на вопросы по карповой теме, потому что он очень легендарная личность в мире карпфишинга. Он мне посоветовал катушки от компании Shimano, которые называются Big Bite Runner, с такой лонкастовой шпулей. Это так называемая классика жанра. Я их взял пока 4 штуки, ими очень доволен. У них очень качественный байтранер, который очень тонко настраивается. А я вот, хоть убей, люблю систему байтранера, никак от нее не могу как бы отказаться. Все сейчас на быстром фрикционе сидят, карпятники, а я вот по старинке люблю вкалывать и ловить рыбку именно с байтранером. Ну, нравится мне такой звук, когда сходит леска со шпули. И нравится, когда оборотом происходит этот щелчок, отстреливает байтранер. Катушка хороша тем, что, ну, как показал уже практика, у нее очень хороший легкий ход. Во-вторых, она реально силовая. Такой у нее брутальный внешний вид, черный. Ну просто нравится мне такое сочетание серебра с черным. Отменный фрикционный тормоз, тоже очень тонкий, тоже очень точный. Ну и главное, здесь очень хороший ролик лескоукладывателя, в принципе, благодаря которому можно ловить как с тонкими лесками, так и достаточно толстыми. Вот. В принципе, катушка хорошо себя показала уже на 15 рыбалок. Этот комплект уже у меня был. Никаких к ним нареканий нет. Пока еще им не то смазку не делал с прошлого года. Ну и, в принципе, наверное, вряд ли буду делать. Смотрите, происходит поклевка. А просто из-за того, что ролик в сигнализаторе у нас чуть-чуть залип, это похоже больше на такую фидерную тему. Ну и значит, рыба не сильная. Поэтому не стягивает она у нас леску со шпули. Кстати, прикол заключается в том, что это мой бойл-компот. Уже так вот долбит. Ну, жду еще одного уверенного тычка. Вот. Что касается оснасток. Я больше наставлению Виталика, потому что я ему нереально доверяю. Считаю, что его опыт здесь самый мощный при ловле на этом водоеме. Да я, в принципе, думаю, если на каком-то другом водоеме, пока он меня Виталик не слышит, я думаю, с его опытом можно вообще стать нереальным рекордсменом, но он спец по крупной рыбе. Значит, он предлагает использовать клипсы, традиционные сафити. На двух удилищах мы используем безопасные клипсы, ставим на них в качестве грузов такие камни особенные, которые Виталик заранее готовит. Наверное, вес в каждом камне, ну, наверное, доходит камни до полкило реально. Ну, а так получается, ну, грамм 300 точно в них есть. Вот. На двух удочках мы используем классические монтажи inline с фиксированным жестким грузом. Вес груза там порядка 140 граммов. Вот, с достаточно длинными как поводками получается на всех монтажах. Вот. На бойловой снасти я использую флюорокарбоновые поводки с маленькими крючками под 10 размер бойлов. Вот, собственно, сейчас какая-то потычка была, но, видите, она не была и продолжительной. Но все по классике жанра. То есть я считаю, что, в принципе, здесь Виталик уже всю тему отработал. Если вот он говорит, значит, так и надо и делать. То есть для ловли вот этой мелкой рыбы инлайн наиболее предпочтительно с фиксированным грузилом. То есть на нее клюют классно караси, подлещики и иногда мелкие карпята. А вот на более-менее такую вменяемую рыбу на дальний рубеж как раз сафити клипсы с большим грузом, они оптимальны.
Конечно, лучше вам самим сюда приехать и вообще послушать, как объясняет Виталик, что такое ловля амура трофейного, да? Было бы даже, может, немножко некорректно мне там пытаться это сейчас своим собственным языком это все обрисовать. Но просто Виталик реально, вот когда вы с ним окажетесь в этой атмосфере трофейной рыбалки, он вам вот подробно и четко, самостоятельно, с такими детальными нюансиками, фишечками объяснит, почему он использует эти груза, почему они так хороши для амура. И вот я как знаю, что порядка, наверное, 90% всех рыбаков, которые у него были, хоть какие-то у них там свои домыслы были на этот предмет, что да давай там так ловить, там так сяк. Вот эта система, которая у него работает лучше всего. Ну, наверное, надо проверить бойловую снасть. Мне кажется, что там сидит карась, просто он не может двинуть груз. Сейчас мы проверим. Да, кто-то сидит. Ребята, кого-то я тащу небольшого, но... Неужели бойлик? Бойлик, бойлик, да, да, да. И компотик золотой. Рыбка, рыбка, приходи. Леша, Леша, не сиди. Ну-ка, 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 ну-ка. Ребята, ребята! Неужели? Компотик и подлещичек граммов, наверное, на 300. Ну, приятно все-таки. Бойлы работают. Ну, пока подлещичек. Ну, а следующий-то может быть лещ, а следующий-то может быть карп. Вот, видите, маленький крючок и десятый бойлик, что там сейчас кинет. И вот она, оснастка, безопасная клипса. Здесь сейчас грузилом элеватор. Вот. Вот. Вот такие дела. Отправляйся домой. Бойлик, бойлик золотой. Ха! О! Не дадут человеку нормально в туалет сходить. Что же это? Наверное, лещ опять. Да? Карасик, клюнувший на бойл компот. Вот это карасик, вот это красотуля. Ой, как хорошо. Вот это умничка. Ну, на самом деле, я очень доволен тому, что вчерашняя моя движуха по поводу кормления бойлами все-таки сработала. Потому что, смотрите, две рыбы подряд, и обе они на компот, на бойл 10-го размера от компании «Лкбейтс». Один подлещичек и такой почти килишник карасик. Ну где вы еще в феврале поймаете карасей, тем более на бойло. Оказывается, в удомле. Вот он, симпатяга. Ой, там говоришь? Ну, ничего не говорит. Но у него, видите, такая метка здесь особенная, компотного цвета как раз. Красавчик. Ну что, мой хороший, спасибо тебе большое, что ты заставил мое тело взбодриться, пробежать 20 метров, всечь тебя и довести до берега, подержать в руках. А сейчас я тебя отправлю в дом родной. Спасибо карасю. Ну и спасибо вам, друзья, что смотрите мое видео.
У меня сегодня произошла небольшая оказия, связанная с тем, что от нереальной влажности, которая есть в удомле, мои сигнализаторы немножечко стали тупить. То есть на них погиб ролик. То есть он просто от мороза там застыл. Несмотря на то, что я пробовал подкручивать тут, держащий болтик такой, да, ничего не помогло, и решили применить супер-мега-крутую штуку, которую нужно обязательно с собой таскать. Называется это ВД-40. И вот сейчас я все, что я делаю, это спасаю свои сигнализаторы, просто мне хочется слышать, а не видеть поклевку. И смело на них вот так вот лью. Вот видите, теперь ролик крутится. И в душе сразу поет музыка, хочется жить, ловить рыбу. Так что если это так, полезный совет на всякий случай. Ну, все теперь заработало. Ну что, друзья, рыбалка подходит к концу. На самом деле не рыбалка подходит к концу, а заканчивается еще один день в удомле с Виталием Сиротиным. Я наслаждаюсь природой. Сейчас просто смотрю на закат, и в душе моей реальное счастье и радость. Я реализовал задуманное. Я поймал отличных карпов, карасей и лещиков. И мне больше ничего не надо. Ну, по крайней мере, в сегодняшнем дне. Вам же, друзья, я хочу пожелать не сидеть дома, не таращиться в телевизор или компьютер, а собрать себя в кулак, как говорится, и отправиться на рыбалку. И неважно, какая она будет. Подлёдная рыбалка, рыбалка по открытой воде, рыбалка с друзьями или в одиночестве. Главное, езжайте к воде. Вода лечит, вода делает человека лучше. На самом деле, завтра я буду продолжать здесь ловить. Но это будет уже другая история, о которой вы узнаете обязательно. С вами был Алексей Фадеев. С вами была Удомля. До новых встреч на фидерных или карповых рыбалках.